Ну что, мои хозяюшки, я сегодня опять накашеварила и сделала шикарную рыбу, между прочим, по вашему рецепту. Сейчас покажу, мои мужики довольны, сейчас голодными глазами на меня смотрят, сейчас буду их кормить. Так, что тут у нас? Сейчас посмотрим. Посмотрите, какая красота! Рыбка с картошечкой, оливками и тимьяном. Это же волшебство. Это так здорово, что можно потратить время, вот сколько ты хочешь, на то, чтобы заниматься хозяйством. Мне очень нравится. А вам? Пишите мне новые рецепты, мы будем вместе готовить. Мне кажется, это очень классно. Мужчины довольны, мы счастливы, ждем подарков.